Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 23 на странице 54 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Восстанови пропущенные цифры так, чтобы вычисления стали верными. Из 14 вычитаем 9, получается 5. Здесь мы 1 занимаем, 7 минус 3 равно 4. 4 плюс 7 равно 11. 1 пишем, 1 запоминаем. 3 и 1 это 4, плюс еще 1 5. Из 8, к 8 прибавляем 4. Это получается 12. 2 пишем, 1 запоминаем. И здесь у нас будет 2 десятка. 28 плюс 4 равно 32. Из 11 вычитаем 9, получается 2. И здесь у нас будет 8, 1 мы займем, останется 7, 7 минус 6 равно 1. Из 11 вычитаем 3, остается 8, здесь у нас 5, 5 минус 1 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.